Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В предстоящую среду синоптическая карта Зауралья будет представлена северо-западным крылом среднеазиатского антициклона, благодаря чему жителей региона ждет погожий зимний денек с температурным фоном на 5 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге 0-2, в Челябинске -1-3, в Тюмени -2-4 без существенных осадков. В Кургане ночью переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха -5, -7. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха -1, -3. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба. 6 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!